Здравствуйте. И с вами новогодние девчачьи новости с новогодним фоном и финальными новостями за год. Думали, предновогодняя неделя в нашем университете придет спокойная и скучно? В нашем университете ничего не бывает скучным, и эта неделя тоже. 28 декабря прошел молебен в честь завершения года Владимира Ивановича Даля, а также презентация кафедрального коллегиального сборника «Владимир Иванович Даль. 220 лет служения Отечеству». Объявленный главой Луганской Народной Республики год Владимира Ивановича Даля подходит к концу, в честь чего и состоялся молебен. В молебне приняли участие первый проректор Луганского государственного университета имени Владимира Даля Юрий Гудько, проректор по научно-педагогической, социальной и воспитательной работе Сергей Коваленок, депутат Народного совета Республики Андрей Лицоев, протоиерей, клирик храма всех святых Дмитрий Кузнецов, а также профессорско-преподавательский состав кафедры философии и теологии. С приветственным словом к собравшимся обратился заведующий кафедрой мировой философии и теологии Исаев Владимир Данилович. Поэтому сегодня мы подводим итоги огромной работы, которую проделала и наша Луганская Народная Республика, и наш университет, преподаватели, студенты, сотрудники, которые носят гордое имя Владимира Даля, и наша кафедра, поскольку наша кафедра традиционно называется кафедра философии и теологии, а Владимир Иванович Даль показал многим пример. После была представлена монография, подготовленная к печати сотрудниками кафедры «Владимир Даль. 220 лет служения Отечеству». Седьмого декабря в Далевском университете прошла выставка творческих работ детей и сотрудников университета. Выставка «Новогодний сувенир» стала финалом акции от профсоюзной организации Далевского университета. Там можно было увидеть работы с самой разной тематики – пряники, игрушки, картины, композиции, оригами. Дети и их родители по итогам акции получили сладкие подарки и билеты на представление в филармонию. Кстати, свой сладкий приз получила и наша ведущая, принимавшая участие в выставке. Уже совсем скоро пробьют куранты, зажгутся новогодние огоньки, и мы будем встречать Новый год. И наши девчонки, ведущие с других факультетов, тоже решили поздравить вас с наступающими праздниками. Здравствуйте! Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством! Желаю преподавателям успеха и здоровья в следующем году, а студентам желаю легкой сдачи сессии, маленьких очередей в магазине и еще чего-нибудь. Желаю вам оставаться такими же красивыми, классными и крутыми. С Новым годом! Пусть этот год принесет много ярких красок, приятных впечатлений и новых друзей. Желаю всем быть здоровыми, красивыми, счастливыми. Удачи вам и достижения всех вершин! Поздравляю всех с Новым годом! Новый год – это старт для новых начинаний и возможностей. Я желаю, чтобы у всех мечты становились реальными и доступными, а начинания – реализованными. Чтобы у всех на столе стояла вкусная еда, а в доме царил уют и тепло. С наступающим Новым годом! Каждый год несет в себе какое-то волшебство, и хочется пожелать каждому исполнения его самых сокровенных желаний. Самое главное – будьте здоровы! Не прекращайте верить в себя и открывать для себя этот мир каждый день. Ищите то, что зажигает вашу душу, и сохраняйте свой творческий порыв. От нас, от всей команды Русского культурно-образовательного центра хочется пожелать, конечно, самого главного – движения вперед к новым свершениям, высотам и, конечно же, развития. Будьте здоровы, счастливы, цените то время, которое вы проводите со своими близкими, и развивайтесь дальше. Продолжайте движение, живите, наслаждаясь каждым днем. С Новым годом! Прошли корпоративы, наряженные елки, кабинеты, и весь университет с нетерпением ждет Деда Мороза, который спасет студентов и преподавателей от сессии. Мы надеемся, что новогоднее чудо случится, и Дед Мороз придет к нам. А пока, до встречи в новом году!